Всем привет! Сегодня 21 июня. Вот хочу показать, что у нас случилось с водой после того, как мы выбросили вот эти, которые наши лотосы не зашедшие, испорченные. Сегодня вода практически прозрачная. На дне он прекрасно видно, вот эти лотосы. А вчера, помните, их не было видно. То есть все же, почему я всегда говорил в своих видео, то что воду надо постоянно менять, когда выращиваете лотосы. Потому что видите, как они портят воду на стадии прорастания. Если они, дай бог, сгниют, то вода вообще непригодная получается. Так что обязательно меняйте воду. Вот у нас, как видно, сейчас три живых семечки. Ну, может, что-то еще там проклюнется, если что-то осталось. Так как вода не мутная, значит, что-то еще живое есть. Сегодня 30 июня. У нас случилась катастрофа. Прошел сильный такой ливень. Значит, я тут в поисках сразу лотосов своих и обнаружил только на дне маленький. Вот, видимо, настолько сильный был напор воды, что со дна смыл эти лотосы. Начал искать. Они лежат здесь спокойненько у нас в уголочке. Вроде живые. Вон, какие длинные. Так что обратно их на место обитания. Что-то уже тонуть не хочет. Там что ли понравилось? Ладно, я думаю, утонет. В общем, пока все хорошо, пока растут. Ну, посмотрим дальше, что будет.